С 16 по 22 марта по сравнению с предшествующей неделей в полтора раза подскочила заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За медицинской помощью обратились 448 человек, из них 280 – дети до 17 лет. Кроме того, на территории Великоустюгского района зафиксированы первые в этом году случаи гриппа. У нас зарегистрирован грипп сезонный H3N2, три случая, значит, все взрослые. И два случая гриппа осложнились пневмонией. Всего пневмонии зарегистрировано 7 штук за 12-ю неделю. Из них два случая, вот, как я уже сказал, вызваны вирусом гриппа А, H3N2. Один случай летальный, при наличии сопутствующей патологии, то есть не связан с гриппом никак. У всех пациентов с пневмониями отобран материал на новый коронавирус. Всего в районе обследовано 7 человек. У всех результат отрицательный. Отобраны пробы еще у 12 человек. Специалисты считают, что профилактические мероприятия, введенные в области для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, должны также предотвратить рост ОРВИ и гриппа в Великоустюгском районе.